Всем привет! Мобильный оператор Мегафон объявил об изменениях с 11 мая 2022 года на некоторых тарифных планах. Никаких списков тарифов, а также списков изменений Мегафон в открытом доступе не предоставил. Вся информация поступит абонентам, которых затронут изменения, в СМС-сообщении и в мобильном приложении Мегафон. Информация начнет поступать с 29 апреля 2022 года, то есть она уже могла вам прийти. Увы, но на текущий момент это все, что известно об изменениях. Скорее всего, в СМС-сообщениях будет более подробная информация, на основе которой можно будет сформировать общую картину изменений. Поэтому, если вам пришло СМС от Мегафона, поделитесь им в сообществе Технологикус ВКонтакте. Ссылка в описании. Помимо скриншота понадобится и другая информация, точное название вашего тарифного плана или его прежняя стоимость, и ваш регион. В техподдержке Мегафона ситуацию прокомментировали так. Дело в том, что с 11 мая у нас изменятся условия некоторых архивных тарифов. Если изменения вас коснутся, то вам поступит информация об изменениях в СМС, а также появится информация в личном кабинете. К сожалению, подсказать подобную информацию я не смогу, так как все изменения индивидуальны. Если какие-то изменения происходят, то мы направляем информацию о новых условиях в СМС каждому нашему абоненту, которого они коснулись. К сожалению, на текущий момент никто из пользователей не предоставил информацию из СМС. Вполне возможно, что на самом деле они еще не пришли, так как оператор обязан информировать абонентов за 10 дней. То есть, возможно, рассылки еще не было. Как только информация поступит, я обновлю статью на сайте Технологикус. Ссылка на нее есть в описании. Там будет сравнение новых и старых условий. А на этом у меня все.